Еще раз настоятельно рекомендую партии социалистов, освобождайтесь от этого топора, потому что будущее у Дадона может быть только одно. Это открыть ему где-то в поле платный туалет и посадить его туда директором. Вы поймите, он топит все, к чему прикасается. Партия социалистов – это очень крупная партия, в которой есть и нормальные депутаты. Я знаю некоторых людей, которые поддерживают партию социалистов в территориях. Значит, ребят, теряйте этот помет, потому что он потащит просто всех вас на дно, и вы реально не сможете набрать больше 10%. В конце концов, у каждой партии своя повестка, и социалисты пусть разбираются со своей. Но запомните, это я сейчас обращаюсь к сторонникам партии социалистов. Рассказываю вам первое, что сделает Дадон после досрочных выборов, которые пройдут в июле этого года. Он предложит сесть за стол партии ПАС и создать коалицию с Майей Санду, ну, с партией ПАС, и будет рассказывать про то, что они будут отвечать за дружбу с Западом, а Дадон будет отвечать за дружбу с Востоком. Можете вырезать этот кусочек, вот то, что я говорю сейчас на видео, и прокрутить его для себя буквально там через неделю после досрочных парламентских выборов, которые пройдут в июле.